Всем привет! Это видеообзор паучи фирмы Брит. Я его приобрела в магазине Шиншилка. В магазине Шиншилка они есть в ассортименте с разными вкусами. Нас эти паучи очень выручают, когда Сонька капризничает и не хочет кушать свою обычную еду. Мы можем воспользоваться вот таким паучем. Этот пауч предназначен для собак пород мини и микро. Это пауч с лососем и сельдью. Значит, состав 85% рыбного филе и рыбных продуктов. Также есть мясной соус, травы, фрукты, черника, минералы, лососевое масло и инулин немножко для сладости. В пакетике 85 грамм. Вот такой пакетик. Вот так выглядит пауч внутри. Ну, Сонька, что скажешь? В пакетике много бульона, и для щенка это отличный вариант. Спасибо вам за внимание.